Всем привет, ребята! Как вы поняли из названия, мы ездили в отпуск на лыжи. Возле Гренобля есть такая станция, которая называется Шамрус. И да, название не просто интригующее, не просто страшное, а у нас действительно случилось происшествие. Мой муж порезал себе очень сильно ногу на коленной чашечке и почти что сорвался наш отпуск, но ради нас он поехал с нами, повез нас на 3 дня. Было все очень печально, ему наложили 8 швов, я вам вставлю фотографию в конце видео, наверное, как выглядела его нога, именно в тот момент, когда мы поехали на лыжи, и это случилось в субботу, прямо перед выездом на лыжи, в воскресенье мы выезжали уже в отпуск, но все прошло хорошо, он был в госпитале, ему зашили, он себя неплохо чувствовал, поэтому поехали. Вот так вот выглядит наша гостиница, и как вы уже могли видеть в процессе моего печального рассказа, что погода за окном очень сильно менялась, и с дождливой дороги, и солнечной дороги, вернее, мы приехали в очень сильный снег, но так как на подъемниках, в районе подъемника уже не было мест, все было забронировано, мы заранее ничего не бронировали, то мы спустились на 10 километров вниз с горы, и вот так выглядел наш отель. Вот это холл, мы идем в данный момент на завтрак. Тёма у меня тут с волосами такими, ему нравится, как они шатаются, когда он головой болтает. И мы идем на завтрак. Вот такой вот тут ресепшн, очень красивая, вернее, красивый вид из окна и маленькая такая гостиница, уютная, не очень много номеров. Я думаю, здесь очень красиво летом. Вот такие вот красивые деревья, красиво обрезанные, и вот такой вот французский завтрак. Здесь нам предлагают фрукты, конечно же, свежий багет и также хлеб, который уже прошел обработку, гриль. Также есть мед, нутелла, сухофрукты, нарезка сыров, нарезка мяса и колбаски. Ее все время пополняют, нету такого, что, знаете, как в некоторых отелях, кто не успел, тот опоздал. Также есть, конечно же, конфитюр, варенье, есть хлопья, масло. Вот тут вот стоит такая яйцеварка, мы сами себе готовили яйца, и также можно было сварить себе любой вид кофе, и соковыжималка, натуральный апельсиновый сок, все это, конечно же, можно было есть без ограничений, наливать себе сок столько, сколько хочешь. Завтрак стоил 11 евро на человека, и никто, конечно же, вас ни в чем не лимитировал. Это мне очень понравилось, потому что обычно во Франции завтраки такие немножечко скудненькие, никто потом ничего не добавляет, сколько есть, столько есть. Вот так вот выглядит зал, в котором мы завтракали, и вот такой вот вид из окна. К нам пришла вот такая гостья полосатая, и она была такая немножечко попрошайка. И я сейчас вышла на улицу показать вам, такая красота здесь. Моя кошка меня сопровождает в слезе. Она прям лезет на стол. Я вышла с кофе. Смотрите, что она делает. Кися, иди, не наглей. Я тут кофеечек пью. С таким прекрасным видом. Там лошадки стоят. Ну все, выпросила круассан. Француженка. Посмотрите, как здесь красиво. Там потом летом бассейн. Везде здесь травка, тишина. Там внизу вот такие вот красивые дома. Это называется городочек Сан-Мартен. Очень красиво. Такие вот ели красивые. Ну, идемте обратно завтракать. Продолжать. Гостиничка маленькая, такая уютненькая, мне очень нравится. Хотя я не скажу вам, что я плохо отношусь к красивым, огромным 5-звездочным гостиницам, но здесь такого не предоставляется возможным, потому что все везде занято, период каникул детских, поэтому вот такая вот беда. Мы приехали и поселили, и должны были спускаться с подъемника, так мы еще никогда не жили. Но, тем не менее, это нам не портит никакого настроения. Сейчас едем наверх,
но там, я смотрю, тучки. Сегодня должен падать снег. Будем кататься. Ну что, заходим в номер. Показываю все как есть. Номер мы уже поспали в нем, поэтому беспорядок. Значит, заходим, здесь маленький коридорчик, маленький туалет. Сумка для чемодана, слышите, что говорю? Столик для чемодана, маленькая кровать 90 сантиметров и кровать, я думаю, 1,80 м на 2, потому что очень такая она удобная, классная. Две тумбочки прикроватные, стульчик маленький. Освещение три вида. Раз, возле этого, возле кровати, потом вот такая вот лампа и еще здесь. Здесь у нас шкаф, ковровое покрытие, все очень-очень чисто. Ну, я вам скажу, за 130 евро, по-моему, я вам цену напишу внизу. Здесь у нас такие есть два стула, есть бюро, вот такая ванна. Вот такая я, готовая к лыжам. Так, вот такая ванна, фен даже стационарный. И даже не душевая, а ванная. С окном, кстати. Если бы еще окно было до низу, было бы вообще романтика. Очень красивый вид открывается из окна. Здесь у нас вот такие вот, как это называется, тутовник. Деревья эти. Они красиво обрезаны, я очень люблю их, они такие космические какие-то мне темы навевают. Там вот бассейн, он закрыт, но летом, конечно, открыт. И вот там вот заснеженные вершины. 10 километров от подъемника. Мы не заказали себе ничего заранее. Тут такие вот горы, вы видите, здесь снега нет. Но на подъемнике снег снежище. И сегодня обещают целый день снег, поэтому мы спешим. Едем быстренько кататься, потому что там вот внизу терраса, видите, можно сидеть, кофе пить. Кстати, сегодня очень даже тепло, можно было пить кофе на улице, завтракать. Ну, вот такой вот номер. Ну, я считаю, очень нормальный, он прям чистый-чистый. Для меня главное, чтобы была удобная кровать и чистый, чтобы был номер. А так, ну, кроме кровати и ванны, и туалета, ну, что еще нужно? Еще и телевизор есть, конечно, мы его не включаем. Все, ребяточки, видите, мы уже тут собираемся и едем на подъемник. А здесь, где высота ниже, то, конечно, снежок идет, но нету ветра. А когда поднимаетесь на подъемнике, он поднимается на 1750 метров. И довольно-таки, знаете, холодно, и без очков не поездишь. Я себе, конечно, сделала такое... На цель на следующий сезон мне нужны новые очки, перчатки, а то мои уже все прохудились. Тут не видно, но они прям протерлись. Ну, конечно, перчаткам уже 4 года. Качественные довольно были перчатки, хорошие, очень теплые. И еще мне нужно, сказала уже, очки, шлем и перчатки. Лыжи у меня ок, ботосы тоже не знаю, поменять бы надо, наверное. Ну и пока обед, мы, конечно же, используем это время для себя, потому что людей очень-очень мало. Давай, гонщик мамин. Поехали, поехали. Ого, ого, сколько людей. Не знаю, вот сюда, налево. Вот так вот французы сидят на полу
ничего не стесняясь, кушают, потому что сесть здесь негде, только если в самом ресторане и тоже с пассанитех. Идем еще посмотрим, что здесь есть. Так, зашли в магазин, и я себе покупаю перчатки. Мы снова спустились в магазин. У Вити произошла авария с очками. Так, санки сразу вам покажу. 32,90 вот такие пластиковые. Побольше 44,90. Еще такие есть за 32,90 и за 50. Мы идем покупать очки. Такие вот неожиданные затраты. Чего, что ты тут куховаришь? Сыр. Ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас будет. Ну что, ребята, снег идет, осталось 30 минут до закрытия подъемников. Я вам сейчас покажу, что творится с машинами. Это с тех пор, как мы ушли. Вы видите, сколько нападало снега? Катастрофа! Все, сейчас будем уже чистить лыжи. Тёма, его не забрать. Он еще пошел на бугельные подъемники. Поэтому мы сейчас с Витей переодеваемся, потом поможем Артему переодеться и заберем его вниз. Вернее, поедем вниз, заберем его внизу, потому что иначе ему придется идти пешком. И будем уже ехать в гостиницу, может, заедем в магазин еще, не знаю, будем ужинать или нет, потому что мы в обед ходили на перекус и съели тартифлет. Это такая картошка с лардоном, с таким копченым, грудинкой с копченой, и с соусом, и с... Сейчас скажу, и с сыром. Знаете, немного напоминает, кто знает закарпатскую кухню, рокот крумпли мы делаем, точно такую же. Только мы используем сосиски там или какое-то другое мясо, они используют подкопченую грудинку. И Тёма ел, конечно же, фриты любимые. Как же ж на курорте не поесть фритов? Видимость очень плохая, особенно в очках. У меня очки меняют цвет от... Сейчас вам скажу. Где они? Вон они, валяются. Думаю, где мои очки? Они валяются вот здесь. Ой, боже. А они меняют цвет. Они хороши для солнца, но не хороши для вот такой вот мрачной погоды. Вите купили очки, которые для мрачной погоды специально, для того, чтобы видимость была. И на этом, я думаю, все. Скажу вам, целый день на троих. Детский вышел 23 евро. Там уже считайте дальше. 96 евро я заплатила за 3 абонемента на весь день. Если брать на 4 часа, то всего лишь 4 евро разница. То есть на 4 евро дешевле. Поэтому вот такие вот у нас затраты. Очки, спуски, перчатки, обеды, гостиница. Короче, так выльется нам это все больше, чем в 1000 евро. Не считая... Нет, с бензином, но не считая этих пляжей, то есть платных дорог. Платные дороги у нас снимут в следующем месяце. Вот такие вот у нас расклады. Приедем в гостиницу, я вам еще, наверное, что-то покажу. Показывала вам уже завтрак, а может быть, завтра будет другой, и завтра тоже покажу. Завтра, может быть, еще не знаю, какая будет погода. Может... Целый день. Не, в Куршевеле надо посмотреть погоду. И мы поедем, может быть, в Куршевель. Может, еще не знаю, 100 с чем-то километров отсюда Куршевель. Все, ребяточки, всем пока, всех целую, до встречи.